Праздничное шествие началось от театра кукол «Волшебная флейта». Актеры, переодетые в клоунов, отправились по улицам города развлекать нефтеюганцев в честь Дня защиты детей. Всем привет! Мы поздравляем вас с Международным детским днем! Дети рулят 86! Ура! Желаем вам теплого моря! Классного каникул! Прекрасного лета! Вы добрыми никогда не драться! Новых приключений! И у бабушек много есть. Каникул! Отъезд. И хорошего настроения! Веселые клоуны веселили не только маленьких нефтеюганцев, но и шутили с автолюбителями, которые в ответ сигналили и махали руками, а также играли с детьми и их родителями. Повторите скороговорку. Корабли лавировали-лавировали, да не вылавировали. Корабли лавировали-лавировали, да не вылавировали. Ух, какая молодец! С праздником, Днем защиты детей! Необычное нашествие клоунов пришлось по душе нефтеюганцам всех возрастов. Признаются, таких клоунов на улице видят впервые, но считают это весьма интересным и смешным. Очень прикольно на самом деле, потому что как бы редко вообще для детей что-то у нас здесь происходит. Очень круто. Ребенок рад? Ребенок рад? А вы там сейчас смеяться. Скажи, как тебе такое нашествие клоунов? Это прекрасно. Мне нравится. Актеры театра кукол подходили к маленьким жителям с пожеланием незабываемых интересных каникул. Обнимались, играли и веселились с каждым. Мы, наши команды из театра кукол, пришли поздравить детишек города Нефтеюганска, чтобы светило только солнце, чтобы лето было красочное, яркое и здоровское. И никогда, никогда, никогда не понадобился зонтик черный. Ой, кажется, мы улетаем! Праздничное шествие завершилось в театральном сквере, где для детей провели небольшую праздничную программу. Олеся Белова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск».